говорил бабке 3 года назад, мы будем жить хуже с каждым днем. Хуже, правильно, Саша, хуже. Правильно. Все правильно. Твои слова, Саша, подтверждаются. Все правильно. О, капает, как, Саша. Маленькая точка. Пройди. О, все уже. Уже не будет. Да все, Саша. Все, Саша. Цветочки. Саша. Ага. Как-то ты мне раз говорил давно, ну, еще когда гривны были. Ты говорил, вот купить. Я тебе как-то вопрос задал, говорю, а вот ты 450 стоит телефон. Ну, типа телефон. Кино идет, там все идет. Компьютеры. Ну, это у тебя только на запись, да, Саша? Это у меня выход в интернет и так далее. Но это не спутниковое, нет. Ну вот, компьютер тебе не... Вот, например, я нахожусь сейчас здесь. Да. Меня выйдет со спутников в Америке. Где я? В этой точке. Такое не может быть, Саша. Это 100% вот уже давным-давно известно. Идет слежка. Вот, например, будет лететь самолет, его собьют ракетой. В Америке все знают, в этой точке сбили. Хорошо. Сколько у людей, вот таких, как у тебя, да. Миллионы. Да. Слепой дождь идет, да? Слышь, и что, за миллионами наблюдать будут? За миллионами. Они не умеют ими пользоваться. Они просто позвонить, знаешь, для красоты. Он же красивенький, правильно? Красивее меня. Вот. А что, бабушка, у нее память лучше, чем у тебя. Что я говорил 3 года назад? Будем жить хуже с каждым годом. Да, точно. Точно? Да. Вот именно. Я угадал. Я сказал, это не русские пришли, это пришли какие-то там, да, что ли, евреи, то ли. Удмурты, не знаю, кто это пришел. Вот так. Я против России ничего не имею. Заяц. Ну, заяц, погоди. Да. Ну, тут я... Ну, ты показывал тогда по-другому этому компьютеру. По-другому показывал. Слепой, да. Дождь идет. Да. По-другому. А. Ну, понимаешь, качество с каждым годом меняется. Сейчас то, что были раньше компьютеры, они уже не того. Бывает, что спутник не работает, понимаешь, вот. О, смотри, двигается. Бывает, что спутник не работает. Перед ним можно бриться. Кого? Перед ним можно бриться, а, ну когда да. Зеркала нету. Я вижу. А. Так, сегодня, значит, 6 мая. Вот. Крымский партизан. Женкой, правильно. Про... Мелитополь. Мелитополь. А, Мелитополь. Ну, вот так. Ну что, я, наверное, пойду повкалываю. Давай. Ой, такие цветочки красивые. Опа. Ну ладно.
Ну что? Ты букет бы домой нарвал. Да, спасибо, я рвать цветы не люблю. Да. Я капризный. Так брат дома у тебя, да? У матери. Да еще хуже.